Всем доброго утра! Начинаю снимать уже, получается, 9:30. Проснулась я в 7, пока всех выпроводила, потому что сегодня рабочий день, если честно, в голове в моей не укладывается. Я думала, что я вчера спала, ну, относительно подольше. И сегодня тоже будет так же, но нет, сегодня рабочий день, так что я опять жду выходных, чтобы поспать. Не знаю, это я только так делаю. Я чувствую себя какой-то школьницей, которая ждет выходных, чтобы выспаться. Вот. Что еще? Убралась в доме. Благо, что на кухне был порядок, потому что вчера, пока я смотрела «Москва слезам не верит», заставила себя поднять свою пятую точку и вымыть посуду, все пораскладывать, все пораставлять. И сейчас опять любуюсь цветами, этой зеленой травкой. Боже, меня так все радует. Вот там сейчас вот запищала в микроволновке. Приготовилась Афанасию каша на завтрак с курагой. Сейчас сама ее попробую. Первый раз мы такую берем. Кстати, в Люксе тоже стали такую у нас продавать. То я только в Сельпо видела, а в Люксе я теперь увидела еще и с изюмом, еще и с яблоком. Ну вот пока с черносливом очень вкусно, ну для тех, кто любит чернослив, конечно. И сейчас вот с курагой попробую. Что еще хотела рассказать? Буду готовить обед, это куриные сердечки. И потом еще попозже, ближе туда к ужину, хочу назамораживать, немножечко сделать тюфтелек для супа, положить их в морозилку и немножко сделать фрикаделек. Вот, потому что уже начинаются у нас огородные работы, нужно делать какие-то такие вот быстрые заготовочки, чтобы потом их быстренько или в духовке запечь. То есть на выходных нужно вот делать вот так вот, начинать думать об этом. И, в общем, вот такой вот у нас сегодня день. Григорий в школе, Антоша в садике. Антоша уже понимает, что 2 рабочих дня и опять 2 выходных. Хотим, не знаю, если у нас получится на этой неделе покататься, как погода там, если не испортится, выехать покататься на роликах. Дети, правда, наши не умеют, но с девочками, вот с Викой и с Виолетой, до Дома культуры. Там же это большая площадка, где вот Афанасий на машинке катался. Вот, а Афоне взять тогда машинку. Ну, думаю, что можно бы было еще велики туда засунуть, чтобы, если что, вдруг на роликах не получится, то тогда на велосипедах. Вот, ну, постараемся, как это получится, не получится. В общем, ладно, сейчас буду кормить Афанасия и готовить обед. Thank you.
вкусно? Много? Тебе много? А ты рад, когда у тебя всего много? Ты что, такой толстый? Вот как у него много шариков, да? Да. Теперь можно с ними играть? Да. Будешь играть? Да. Давай играем, мама пока готовит обед, да? Да. А у Афони много шариков. А у нас же на обед... Ау, я чуть не упала. Сердечки. Здесь уже выпаривается жидкость. Я этого жду, чтобы добавить сюда лучок и морковку. А кто это идет? Это папа, что ли? Да. Сына, посмотри на меня. Посмотри на меня. На маму посмотри. Папа. Падает, падает. А? Ловить все? Да. Папа! Упал папа! Какой большой папа тут ходит. Ну все, снимай футболочку. И гуляй так, хорошо? Ты сам снимешь? Папа! Живот упал! Папа, давай доставай живот! А. Да, куда надо? Кто там идет? Кто хочет маму напугать? Такой маленький папа. Папа! Папа! Ты упал? Да. А. Много? Кто тут отдыхает на шарике? Папенька переоделся, теперь красивый такой, да? Хороший. Ку-ку. Мы приготовили обед. Афоня уже даже покушал. Ты покушал? Да. Что ты кушал? Расскажи. Чего уроню тебя? В общем, гречку, как я и говорила, и сердечки. Вот это и вот это, да? Что ты кушал? Покажи. Вот это, а еще что? И вот это, да? Ну, оно хоть вкусное или нет? Да. А ну еще раз скажи, вкусное? Да. С таким лицом сказал? Да. Да? Ух ты. Ты тут играешь? Да. Балуешься, да? Да. Нет, не балуешься? Что такое, сынок? А? Она пиво. Что? Пиво. Не понимаю. Пиво. Какое пиво? А у Кума пиво. А, у Кума было пиво? Да. А где сейчас пиво? Нету пива. Да. А. Туда пошли? Ну, пошли одеваться. Мы идем на улицу. Я хочу повесить травку эту под навес. Сейчас оденусь. Афонька уже вышел. Все, будем сейчас обедать. Афоня, правда, еще на улице играет. А, мини-гольф, только вместо ракеток ноги. Вместо клюшек, да? Да. Мини, это макси-гольф, Гриша, не мини. Ой. Все, гречка с сердечками. Ты рад, сынок? С свининой. Нет, это куриные. А ты что сказала, что? Ну, свиные сердечки, они-то большие, а куриные маленькие. А, вот такие на всю тарелку. Да. Ну что, я уже проснулась, а Фанька еще спит. В общем, мы с ним спали в обед. Гриша пока тут смотрел свои мультики. А сейчас мы пойдем пьем чайку, да, сынок? Угу. И что будем делать? Да. Я что-то сегодня так волнуюсь, блин, я опаздываю, мне еще на карате, мне уже не надо. Дивишься, не надо. Я боюсь прям. Да, у меня тоже такое ощущение, как будто вот после выходного, сегодня как будто понедельник, и нам еще надо на карате. Не, мне пятница кажется. Тебе кажется пятница? Как будто пятница, ой, надо на карате идти. А мне кажется, что сегодня понедельник, и надо на карате.
Ну, в общем, в любом случае, мы с тобой хотели пойти на карате. Так, ладно, сейчас будем делать чай и учить уроки. Уже готов чай почти. Уже закипел? Я буду пить азер-чай с бергамотом. Он безумно вкусный, из всех чаев мне прям очень нравится азер-чай. А Гриша выбрал себе с мелиссой, с мятой. Ну, с мелиссой, но по вкусу это как мята. Короче, мята. Угу. Или что-нибудь другое взять. Ну, выбери. Гришуля делает мятёк. И себе, да? Да, ты сейчас расколотил. А мне еще чуть-чуть добавь кипятка. Тебе еще? Угу. Вот так? Угу. Ну что, сыночка, чаёк мой готов? Угу. Ура! Ой, какой он тёплый. Глаза, рот, нос. Это как будто собачка, да? Ушки да. Ещё сделать? Не, ну ушки можно нарисовать. Ну да. Пока тут Гриша мне читал, я сделала, в общем, тюфтельки. Кому-то это слово не нравится, но, ребят, вы говорите правильно, я говорю тюфтельки. И сделала вот такие вот маленькие для супчика. Тоже их заморожу сейчас. И вот такие вот, чтобы покушать детям. Здесь у меня рис, фарш свиноговяжий, лук, соль и перец. И все. Рис уже приваренный немножко. А мы сейчас пойдем немножко на улице погуляем. Вот Афонька только вышел. Я, по-моему, слышу, что Сержуня уже приехал. Привез Антоху. Я сейчас сразу залью водой. Эти все грязные ниточки после тюфтелек немножко постоят, и потом я их быстренько помою. Будем ужинать. Может, сейчас Рекса еще выпустим, посмотрим. Так, детки, мои и папуля зашел. Вернее, один Антошек и папа зашли перекусить. Сейчас пойдем убирать в кладовке мы с папой. Там сахар? Да, там сахар. Как в садике? Как в садике дела? В садике все хорошо. Читает Лена. Читали? Угу. Ты слушал? А потом что? Вытянь ложку изо рта. Рассказывал? Ну, я пересказывала. Получалось у тебя? Да, один я. Один ты? Больше никто не поднимал руку, они не хотели. Да? А что ж там было, наверное, что-то трудное? Там нету ничего какого-то грудного. Что значит, я сейчас делаю? Покормила Сержуню и Антошку, я глянула, что у нас здесь мало осталось гречки, совсем чуть сердечек, и я решила, начистила вот картошку на пюре. 40 минут у меня вот эти вот тюфтельки. Подчеркиваю это слово. И не пишите мне, что они говорятся тефтели. Я вообще терпеть не могу, когда говорят именно так. И... Что хотела сказать? И, в общем, будет у нас еще пюре. Потому что только 6:30, а у нас уже нечего кушать. Так что вот так вот. Так, а сейчас хочу пойти на улицу, посмотреть. Там сижу, не должен мыть казанчик. После ухи, после вчерашней. Вот пойду гляну, как он это делает. Да, вот и мама. Папуля, уже что, ты его смазываешь маслом? А, помыл его, в общем, и насухо протер. И теперь просто смазывает немножко подсолнечным маслом, чтобы он не ржавел чугун. Крышку тоже, да, ты натираешь? О, Афонька стреляет. А где второе? А, ты стреляешь? Туда, где бумага. А это кто это сюда все поскладывал, Афоня? Кто это все поубирал, Афонь? Ты поубирал? Автоматы кто сюда положил? Ты все поскладывал так красиво? Да. Да? За руку? Молодец. Вот еще. Антоха на качели.
когда будем красить качелю? Да надо в этом году, наверное. Не знаю, сыночек, не обещаю. Надо будет и на туалете дверь покрасить, видишь? Ну да. Это некрасиво. Угу. Вот у нас все обделанное. Да? Да. Угу. Папа, вы Рекса не выпускали? Тихо, Афоня, осторожно. Он потому что баловался. Баловался? Угу. Да ты что? Если поиграю в футбол, дальше баловаться. А ты видела Рекса, Афонь? А мало. Нету? А мало. А, Женевы нету. Да. Ты скучаешь за ней. А мало. Забрал кто-то? Ну, мы уже не знаем. Не знаем, сынули. Может, еще вернется. Может, она когда-то вернется. Боюсь я за ней. Боишься за нее? Мам, если ее убили... А что бы ее убивали? Она же хорошая. Если... И то, что она напрыгнула, это значит, вас любит она. Да? Мам! Потом, наверное, вспомним, что мы где. Надо приучать, где мы живем. Мам! Что? Украл! Украл? Да. Кто украл? Ба! Дядька? Да. Да не может быть. Если дядька или Ван Гривка, я не знаю, кто это. Или ее украли, или хотели поздороваться с ней, а себе обадули. Да? Акул! Да? Ау! Акул! Да не может быть. Уже девку, если ее убили. Да никто ее не убил, сыночек. Убивал! Рекс! Вышел на прогулку опять. Давай! Хорошо. Папа, давай в футбол. Ну ничего. Он должен все пометить, да? Нет. Идеальный нападающий. Папа, можешь перевернуться? Брэд! Я тебе и так выиграю. Фу. Иди гулять. Папа, иди. Да! Ой! Да! Рекс! И... Молодец! Брэд! Ес! Неси коня. Неси коня. Молодец. Молодец. Фу. Фу. Рекс, фу, вот, мама. А куда ты мои ворота убираешь? Это папины ворота. Один, фу, один, так, ну ты сейчас дам. Фу, фу, я. Вот и поиграли в футбол. Так, а ну иди гуляй. Иди гуляй. Он мой идеальный нападающий. Да, это точно. Гол! Нет, папа. Кого попало? Мама, видеоповтор. Папа, так оно в калитку попало. Ты что, ты еще слепее? Я еще... Не было, папа. Так, пока там все играют, я пошла в кладовку немножко лука поперебираю, а там много прям проросшего. Его бы посадить, конечно, но не весь. Вот, в общем, пошла перебирать. Пожалуйста, можешь? Иди посмотри. Мама, а я компьютер не могу включить. Ну, сейчас, подожди минутку. Кто тут бежит? Кто бежит? Целоваться же находила. Целуйся. Да она не целовалась. Папа сказал не раздеваться. Ты же сказала, что ты больше не приедешь. Ты еще приедешь? Да. Да тетя Вера, приедешь еще? Нет, а почему? Не знаешь. Маргарита, Сережа дома. Я завтра в планетарий. Ух
пошли, а куда планетарий? В школу приезжает? В школу. Зоенька, пока. Ты же завтра приеду. Работать? Приедешь завтра? Будем с тобой работать. Это перед посадкой, наверное? Или на качели надо кататься? На качели? Так, все, я уже покушала пюре с этими тюфтельками, потому что голодная, работать я вообще не могу. Теперь Афонька кушает. Что, тебе нужно телевизор включить? Нет, ты покушаешь, я потом включу, договорились? Сядешь на диванчик и будешь тогда смотреть мультики, ладно? Все, молодец. Он сразу съел котлету, а теперь пюре не сильно хотел. Но я сказала, что нет, больше котлету ты не получишь. Ну, не котлету, а тюфтельку. Ну, ты еще пюре же не скушал? Котлетка. Котлетка? Я потом дам. Ты скушаешь пюре, хорошо? Котлетки тут еще лежат, тебя ждут. Сижунечка, я уже все поела, можем идти убирать. Продолжать убирать в кладовке. С луком там разбираться. Да. Да-да-да-да, потому что тут у нас завал, и вот сверху лук вообще попрорастал, нужно его поубирать. И тогда вот получается, что внизу он еще нормальный. А, так, все, мы сижу, не все, слушай, у нас как будто какой-то трупик замотан. А там всего лишь картошка, лук и чеснок. Ну все, в общем-то, проход есть, так что это самое главное. Кто сегодня был такой же беременный? Я! Живот, сало сколько. Ой, не могу. И тебе надо? Ну иди к папе. Что это такое, сына? Зеленый животик у тебя. Так, ну что, на сегодня все. Я уже буду сейчас монтировать видео. В общем, вот такой вот был день. Очень рада я, что мы наконец-то убрали в кладовке, потому что этот проросший лук... пророщенный. Уже, честно, порядком поднадоел. Приходилось все время ковыряться. Но сейчас все порядок. Можно спокойно делать зажарочки. Все, всем до завтра. Всем пока!